Температурный режим проверили и в классах. Повод аварии на системах отопления произошли недавно сразу в двух школах. В 12-й и в 5-й. Настоящую ревизию представители администрации провели в учебных заведениях. У нас в 41-м кабинете сорвало заглушку. Вот там была сделана заглушка, соответственно. На горячей воде. Да. На горячей воде. И поэтому второй день уже велись с этой проблемой. Во время аварии на системах отопления в 12-й школе пострадал один кабинет. В 5-й авария произошла в подсобных помещениях. В обеих школах оперативно сработали аварийная бригада и сами работники учебных заведений. За счет этого удалось избежать значительного ущерба имущества. Кстати, в 5-й школе в планах ремонт. На него в бюджете города запланировано более чем 840 тысяч рублей на обновление актового и малого спортивного залов. Обратили внимание проверяющие на зарплату учителей. По представленной руководителями школ информации, она превышает 37 тысяч рублей.